Так, значит, приступаем к массажу ног со стороны задней, со стороны спины, когда человек лежит лицом вниз, да. Наносим масло, опять же, как я говорил, не капаем на него, особенно если масло холодное, да. А сначала мягко растираем в руках, успеваем его разогреть и наносим его такими массажными легкими движениями, поглаживаниями на все те участки, которые нам сейчас будут необходимы для обработки. Вот. В дальнейшем мы перейдем к обрабатыванию передней части ноги, когда перевернем нашего пациента. Единственное, что хочу добавить небольшой нюанс. Когда мы обрабатываем стопу, да, вот сюда немножко наносим побольше масла, чтобы лишний раз не бегать за флакончиком. Потому что вот с этой стороны мы его не нанесли в первый раз. Ну, вы, конечно, можете сразу его этот размазать, да? Но зачем? Не надо пачкать лишний раз простыни. Пока мы просто его для сохранения наносим сюда. И также оно у нас остается на локтях. Если вы работали локтями со спиной, у вас уже локти были смазаны маслом. А сейчас я начинаю заново только с ног, поэтому дополнительно смазываю локти. И давайте пройдемся по участкам. Сначала просто разогрев. Разогрев — это растирание такое быстрое, энергичное, без всяких подробностей, без нюансов. Просто разогреваем. И как видите, мои движения, они не идут туда-обратно, туда-обратно. Они идут как бы туда, я с усилием делаю, с нажимом, а обратно просто скольжу по телу. Обратите внимание. Видите? Стараюсь захватить при этом полностью все мышцы. И здесь то же самое. Это можно делать, ну заранее просто скажу, можно делать просто продольно вдоль мышц, да? А можно делать вот такими вот круговыми захватывающими движениями. Немножко по форме мышц, облегая их. И там, где ягодица, мы все это убираем по линии подвздошной кости, вот туда к паху. То есть стараемся вообще все наши движения заканчивать вот там, ближе к паховой области. Это я знаю.